Летом 2014 года телеканал «Бессарабия ТВ» примет участие в уникальном международном проекте. Христиане, мусульмане, буддисты и иудеи отправятся в Иерусалим совместным маршем мира и согласия. Путь паломников пройдет и через наши края. Мы готовим марш мира и согласия. Марш мира и согласия христиан, мусульман, иудеев и буддистов из Одессы в Иерусалим, который должен проходить на следующий год. По словам организаторов, цель марша – призыв к миру. Развитие международного паломнического туризма по современным стандартам. А также сближение культур и укрепление союза мусульманского и христианского миров на принципах согласия и уважения. Ну а мы пока готовим маршрутную карту. Вот вдвоем с Артуром едем, проехали уже почти 5000 километров, едем дальше. Движение пилигримов будет комбинированным. Так, по маршруту Чимкент, Астана, Уфа, Казань, Москва, Киев и Одесса паломники будут передвигаться транспортом. И затем пешим ходом от Одессы до Измаила и дальше через Румынию, Болгарию и Грецию в святую землю трех религий – Иерусалим. Идеи марша мира необычайно близки и нам, журналистам телеканала «Бессарабия ТВ». Народы нашего края уже три столетия демонстрируют толерантность, согласие и взаимопроникновение культур. Поэтому этот марш станет настоящим событием следующего года.